Столичный банкир, который приобрел бронированный «Мерседес» у семьи Януковича, может потерять его. Дело в том, что уникальный автомобиль стоимостью 500 000 евро задержали московские полицейские. Выяснилось, что машину, как и прочее имущество бывшего президента, разыскивает украинский «Интерпол». В итоге внедорожник забрали на хранение в один из отделов полиции. Все попытки вернуть его владельцу пока тщетны. Подробности в материале Александра Белогурова. Адвокат Евгений Скрипелев показывает фотографию автомобиля своего клиента, который он не может забрать со стоянки УВД «Марьино» уже несколько месяцев. Поясняют, этот автомобиль был изготовлен по спецзаказу. Таких автомобилей 2 или 4 в мире. По степени там защищенности, каких-то, значит, уровней безопасности и тому подобное. А вот и сам внедорожник. С виду ничем не примечательный. Но о таком мечтают многие бизнесмены. Его сразу выделяет среди остальных бронированное лобовое стекло. Данный экземпляр был сделан специально по заказу бывшего президента Украины Януковича. В Германии авто приравняли к списку военных машин. После событий на Майдане бежавший президент оказался в России. На автомобиле ездил его сын. А когда младший Янукович погиб, внедорожник продали клиенту Евгения Скрипелева. Но оказалось, что вместо дорогой и престижной иномарки московский банкир купил себе большую проблему. Автомобиль конфисковали прямо на регистрации. При проверке указанного транспортного средства было установлено, что транспортное средство значится в розыске с 12.05.15 за Интерпол Республика Украина. Причина автомобиль задержать. Пока авто стоит на стоянке, в отдел полиции то и дело поступают звонки с Украины. Они мне поясняют, что на протяжении вот этого всего времени к ним на служебные телефоны звонят из Киева сотрудники милиции, которые в свободном контакте. Интересуются, могут ли они забрать этот автомобиль, поскольку он является разыскным. На запрос украинских коллег московские могут дать согласие только в том случае, если будет основание. Но его нет. Накануне премьер-министр Украины Арсений Яценюк в одностороннем порядке прервал отношения между министерствами внутренних дел наших стран. И документооборот был прекращен. Но не может получить машины московский банкир, ведь ее никто не снял с международного розыска. А свои обязательства российская полиция продолжает выполнять. Для решения проблемы адвокат обращался и в МВД, и в прокуратуру. Но, по его словам, отовсюду лишь отписки. Человеку отдают автомобиль и говорят, берут с него расписку. Ты обязуешься его беречь, хранить, не продавать до разрешения этого вопроса. Так или иначе, машину до сих пор не вернули. Но адвокат намерен дождаться решения вернуть машину законному владельцу. Впрочем, как известно, бывший президент Украины перевез в России целый автопарк, от которого потихоньку избавляется. Поэтому не исключено, что у и других владельцев эксклюзивных машин, купленных у семьи Януковича, уже скоро начнутся проблемы. Александр Белогуров, Максим Горячев, «Экстренный вызов».